побед, День Победы, и в огнях салюты будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ.